Твери в мультимедийном парке России «Моя история» открылась выставка «Моя история. Тверская область», посвященная памяти известного советского российского историка, краеведа, археолога, писателя Вячеслава Воробьева. Это последний проект, над которым он работал. Среди гостей были друзья, коллеги, соратники Вячеслава Михайловича, а также глава региона Игорь Руденя. Подробности прямо сейчас. Один из последних проектов выдающегося историка, ученого, нашего земляка Вячеслава Воробьева – историческая выставка у парка «Россия. Моя история». Экспозицию составляют информационные стенды с историей каждого муниципалитета. Здесь рассказывается и о достопримечательностях, и о природе, и выдающихся жителях. Макеты разрабатывал сам Вячеслав Михайлович. Работа заняла несколько месяцев. Но доделывать проект пришлось уже без главного вдохновителя. Он ушел из жизни 12 ноября 2022 года. Тексты были составлены под чутким руководством Вячеслава Михайловича, и также иллюстрации подобраны с его помощью и поддержкой, благодаря его архивным материалам. Однако окончательно утверждали и дорабатывали все макеты. Уже без него это было делом чести, это наш долг – закончить эту выставку и представить сегодня ее. Торжественное открытие выставки приурочено ко дню рождения Вячеслава Воробьева, которое приходится на 26 июня. На мероприятии присутствовали глава региона Игорь Руденя, соратники, бывшие ученики, среди которых председатель законодательного собрания Тверской области и семья известного ученого. История Тверского края – это вся жизнь Вячеслава Михайловича, собственно говоря, и жизнь нашей семьи вокруг его работы всегда и проходила, существовала. Замечательно. Спасибо, папа. Папа был бы очень счастлив. Он всегда на свой день рождения собирал большое количество друзей. И сегодня вот был такой же состав. Очень много людей, все его близкие, друзья, коллеги. Уроженец Весьегонска, выпускник Калининского госуниверситета, доктор культурологии, кандидат исторических наук, настоящий патриот Тверской земли Вячеслав Михайлович внес огромный вклад в сохранение и популяризацию культурного и исторического наследия Верхневолжья. По его учебникам изучают и будут изучать историю родного края еще не одно поколение тверичан. Его заслуги отметил и глава региона Игорь Руденя, который также был знаком с Вячеславом Воробьевым. Вячеслав Михайлович открыл совершенно с другой стороны Тверскую область. Не просто со стороны истории региона, края, Верхневолжья, а со стороны людей, которые здесь родились, жили, работали. Исходя из огромного труда, который делал Вячеслав Михайлович, мы для себя поставили определенные планки, определенные цели. Планируется, что экспозиция продлится несколько месяцев. Информация распределена таким образом, что будет доступна, понятна и интересна абсолютно каждому посетителю. Как жителю Верхневолжья, так и гостям региона. Дело Вячеслава Воробьева продолжает жить. Планируется, что в Твери откроется уникальный музей истории Тверского края глазами Вячеслава Михайловича. Пока этот проект на стадии обсуждения.